Всем привет! Всем любителям и фанатам рыбалки сделал подборку полезных товаров, которые помогут в ловле рыбы и приятного времяпрепровождения. Встречайте десятку товаров для рыбалки с сайта AliExpress. Они вам помогут в ловле и, надеюсь, увеличат улов как минимум в пару раз. Все ссылки на товары будут в описании. Поехали! Надежная крутая катушка. Сделана из специального сплава и бронзы. Она обработана по рассчитанной технологии, обеспечивает оптимальное сочетание мощности, прочности и износостойкости. Имеет передаточные отношения 5,2 к 1. Также 7 шариковых подшипников плюс 1 роликовый подшипник. Система GyroSpin, обеспечивающая абсолютно мягкое и свободное движение катушки. Есть мгновенный стопор обратного хода. В катушке основная алюминиевая шпуля, система ABS с твердым бортом, покрытым нитридом титана и дополнительная шпуля из алюминиевого сплава. Шестигранный садок. Отлично, когда хорошо клюет, когда над головой светит солнышко, пахнет полевыми травами и цветами, а у ног плещется озерцо. Это необъятное чувство свободы во время рыбалки, трудно с чем-то сравнить. Однако, когда вы рыбачите целый день, то нужно хорошенько подумать о том, куда складывать улов. Можно в ведро, но за целый день вода там закиснет, а рыба может испортиться. Да и кислорода там недостаточно, даже для 5 рыбешек. Садок рыбака может решить эту проблему в 2 счета. Садок можно удобно разместить у берега, предварительно привязав его к вбитому в землю колышку. Каждую рыбку можно закидывать вовнутрь, где она сохранится в целостности и сохранности на протяжении всей рыбалки, а несколько уровней садка могут собрать довольно внушительный улов. Кстати, сейчас у одного из самых надежных кэшбэк-сервисов Letyshops день рождения, им исполняется 4 года. Это такой сервис, кто не знает, который экономит часть денег с покупок в интернет-магазинах. Вот, я уже наэкономил целых 830 рублей, мелочь, а приятно. И в честь дня рождения Лети, они с 28 мая по 1 июня устраивают грандиозную распродажу, и условия там будут не хуже, чем те топовые распродажи, к которым мы все так привыкли. Будут скидки и повышенный кэшбэк практически во всех топовых магазинах. А самым топ-событием будет розыгрыш крутых призов. Все просто до безобразия. Вы просто покупаете то, что планировали, возвращаете деньги с каждой покупки и получаете шанс выиграть один из призов. После просмотра ролика покупайте то, что вам интересно вместе с Letyshops и выигрываете приз. Ничего сложного. Пресс для макухи. Новинка для любителей карповой рыбалки. Пресс для прикормки прекрасно формирует гранулы, которые рассчитаны для ловли с использованием специальной оснастки. Также эти гранулы могут быть использованы в качестве прикормки глазных шаров для привлечения рыбы вместо ловли. Гранулы имеют одинаковый размер, благодаря чему растворяются за одинаковый промежуток времени. На видео показан пластиковый пресс, а по ссылке будет алюминиевый аналог. Недорогой и надежный сигнализатор поклевки. Удобный, надежный и простой в эксплуатации. Сигнализатор собран в защищенном корпусе, не боится влаги и неблагоприятных погодных условий. Даже в сильный проливной дождь он работает стабильно и надежно, в то время как простыми сигнализаторами типа колокольчиков и им подобных пользоваться просто невозможно. Чувствительность сигнализатора регулируемая. Вы всегда можете подстроить ее под конкретные условия. Также задается громкость и тон сигнала. Светодиодная индикация простая и удобная. При поклевке загорается один светодиод, а в случае ее продолжения – второй. Светодиоды яркие и хорошо различимы. К сигнализатору клева можно подключить свингер. Также он снабжен стандартной резьбой, которая позволяет крепить его на стойках или ротподах. Держатель для удилища на лодку. Это крепкое, универсальное, надежное приспособление. Изготовлен из высококачественного конструкционного пластика – полиамида. Может устанавливаться в любое положение вокруг своей оси. Имеют удобную регулировку наклона относительно горизонта с шагом 30 градусов и надежной фиксацией выбранного поколения. Держатель оснащен задним упором для закрепления удилища в нужном положении, тем самым предохраняя его от осевого вращения. В конструкции предусмотрено фиксирующее кольцо, с помощью которого закрепляется катушка удочки. Это помогает предотвратить выпадение удилища при троллинге или во время транспортировки. Также есть специальные отверстия для фиксации удилища под страховочный поводок. Один из лучших дешевых спиннингов на AliExpress – это серийная модель спиннинга, берущая не только качеством, сколько оригинальным внешним видом и первоначальным впечатлением на покупателя. Удилища, длина которых варьируется от 1,8 до 3 метров, выполнены в темно-золотом цвете с характерным абстрактным узором, не лишенным доли эстетства, нисколько не уступает внешнему лоску и эксплуатационные параметры спиннинга.
На стадии разработки в каждое удилище закладывалась универсальность, в связи с чем может быть равно использован как для твичинга, так и для морского троллинга. Блесна не зацепляйка. Эти блесны представляют собой колебающиеся блесны, которые способны проходить сквозь заросли водорослей без зацепов крючка. Этого удалось достичь благодаря особой форме тела блесны и специальному проволочному предохранителю. Приманка особенно полезна в летний период, когда щука устраивает засады в травянистых участках водоема. Для таких условий опытные рыболовы предпочитают блесны величиной от 7 см. Нередко случаются сходы рыбы, что является негативным моментом любых незацепляек. Зато не может не радовать большое число поклевок, в то время как другие приманки собирают на крючки большие тучи травы. Ловля на такую блесну отличается простотой, проводка выполняется в медленном равномерном ритме. Светящиеся поплавки. Они имеют в своем основании сигнальную батарейку, которая срабатывает при поклевке. Верхняя выпуклая часть поплавка оснащена сигнализатором, который мгновенно загорается при клеве рыбы. Светящиеся поплавки удобны в применении. Их яркая окраска позволяет заметить поплавок издалека. Поплавки являются разборными для смены перегоревшей батарейки. Антенна ярко светится, позволяя рыбаку безошибочно определить малейшую поклевку и своевременно сделать подсечку. Очень крутые плоскогубцы рыбака оборудованы сменными губками из нержавеющей стали, а также сменными резцами из сверхтвердого карбида вольфрама. Резцы предназначены для обрезки шнура, а также монолески, что является уникальной функцией для такого вида инструментов. Стальные губки имеют специальные окончания в виде клыка для оснащения заводных колец, а также оборудованы выемками разных диаметров для зажатия обжимных трубочек, а на основании губок находятся резцы для шнура и лески. С помощью плоскогубцев вы всегда сможете загнуть или разогнуть любой крючок, достать приманку из рыбьей пасти, ужать обжимные трубочки и совершить другие, не менее важные операции. Беспроводной эхолот прекрасно может использоваться для всех видов традиционной рыбалки, для рыбалки с берега, для зимней рыбалки и рыбалки с лодки. Способен прекрасно заменить маркерное удилище при ловле рыбы на новом месте и экономит много времени в поиске бровки и скопления рыбы. С помощью беспроводного эхолота можно узнать о глубинах водоема, наличии рыбы, глубине, на которой стоит рыба, температуре воды. Устройство представляет собой водонепроницаемый беспроводной датчик и забрасывается спиннингом, закрепляется на лодке, либо крепится на катере. Прибор сообщает данные на приемник, а автоматическое выключение эхолокации при поднятии датчика из воды экономит на 80% заряда батареи. Спасибо за просмотр. Если он вам понравился, то не забывайте ставить лайк. А если еще не подписаны, то я буду благодарен вам за подписку. Не забывайте про день рождения Letyshops. Подарки сами себя не выиграют. И плюшка в виде повышенного кэшбэка бывает не так часто. Рад для вас стараться. Всем пока!